А зачем нам их пугать, если можем спокойно сейчас тихо перед их этим поселенцем вон на том поляне нарисовать все это и уйти спокойно? Как ты вообще расставляешь руки? Ты слышал этого? Опять твои шутки. Иди спать, Стив. Так, ну, с Богом. С Богом. Да-да, да-да-да-да-да-да-да. Все, все вот это вот. Прямо и наверх. Прости мне мои прегрешения, да сохрани мою душу грешную, товарищи моих. Даруй нам благо, да проведи вперед по этому миру. Покажи свет, да сокруть его от нас. Мы пешком пойдем до туда. А на чем? У нас одна лошадь. Куда у вас повозка делась? На повозке сейчас не разъездишься. Особенно в такую пургу, это больше самоубийство. Так, Лайт, в теме в такую пургу идти вы не из робкого десятка. Днем это не сделать. Согласен. Еще бы знать, где твой голос? У него в глотке, видимо. Видимо. Надо было, чтобы охотник шел впереди, у него все-таки фонарь. Хорошая мысль. Да. Но нас издалека тогда заметят, наверное. Хорошая мысль, а приходит опосле. Следы? Это наши? Не знаю, где следы. Быть может, оленя? А может, так уже, а не как. Дядя, приглуши фонарь, пожалуйста. Ну, вообще, может, и дичь, да. Вроде похоже. Размашистый след. У меня есть бинокль. Могу взглянуть, если кто впереди. Да, было бы неплохо. Ой, ничего не вижу в этой темени. Без фонаря туго. Так солнце, ой, в смысле этот, луна светит как? Так где она? Вон скрыто-то, еле-еле светит. Я тут не понимаю, ой, когда... блядь, нет, да, ну нет. О, пошел нахуй. Ловко ты это. Он даже и не понял, как ты увернулся. А учишь меня так же? Головы, да. А что поделать? Знаешь, тут такое место, что тут и днем страшно. Старайтесь идти след в след, чтобы энергию экономить. Чтобы они не поняли, сколько людей здесь было. А твои следы такие большие и удобные. За тобой удобно верно идти. Да, тебе бы первым идти. Да, иди-ка ты первым. Направи туда. Вон оно. Дед, в темени в эту увидишь что-нибудь, если бинокль достанешь? Но только силуэты. Ну посмотри, во что углядишь на фоне снега белого чего. Если там ни огней, ничего нету. Вижу огни в деревне. Так. Может быть, отвлечь их чем-нибудь? Кто-нибудь зайдет справа, начнет стрельбу? Это? А зачем нам их пугать, если можем спокойно сейчас тихо перед их этим поселенцем вон на том поляне нарисовать все это и уйти спокойно? И они ночью нас не увидят. Нам же еще лошадь нужна, нет? Ну, лошадь, конечно, было бы хорошо. Вижу лошадь, стоит прямо внутри поселения. О, где силуэт еще раз? Не вижу силуэтов никаких. Так, я предлагаю следующее. Сначала мы просто сегодня, сейчас, пока ночь, сделаем этот рисунок и уйдем. А дальше с лошадью разберемся в следующий раз. Я рискну предположить, что лошадь плохо привязана.
Давайте сделаем тогда вот здесь на горе стрелы. Чтобы, когда они вышли с утра, они увидели окровавленную гору. Надо, чтобы у них было рядом с ними, чтобы они поняли, что это не для них, а не здесь кто-нибудь это кровью... Вижу, два силуэта идут в поле. Вижу, тоже, кажется. Давайте за деревья, за деревья, за деревья. Нет, 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 не увидели. Это эти часовые, скорее всего, ихние. Значит, у них есть оружие, а оружие нам как раз-таки пригодится. Тоже верно. Если сюда пойдут, можем встретить их. Только не стрелять. Встали. Тут дальше, в ту сторону, где мы видели сегодня. Что? Да, мы их там видели уже. Они походили к реке туда дальше. Вверх по течению. Давайте за ними пойдем и сейчас все их это... Пошли. Кокнем или что? Нет, нет. По башке отдадим, если что, и все. Это план быстро меняется. А рисовать там когда будем? Сделаем рисунок и положим их без сознания в центре этого Давайте рисунка. Давайте кровь здесь оставим, чтобы вернуться, если что. Нет, пусть это мелкое несет. Это хороший план, Марио. Они сразу же поймут, что что-то не так именно с ними. Да, именно так. Они пошли уже обратно. Они же... Вы что думаете, со спины так тихонько подойдете? Надо подождать, когда они опять пойдут обратно. Может, привлечь их внимание? Ой, да блядь. Они забьют тревогу, наверное. Конечно, забьют. Что же они, вы думаете, сунутся, если мы привлекаем их внимание? Ну, нет, они в город побегут. Ну, если я буду один, думаю... Ну, ладно. А вот если будет одна девочка... Оля... Слушайте, а где у них этот... Да. Или один дедушка. В туалет же люди сходят. Один дедушка не так интересен, как одна девочка. Слушайте, они же ночью в туалет ссать ходят. Можно ли туалет еще подождать? Ну, слушай, мы... Суд где хотят. Мы можем как раз вот... Девочки, наверное, ходят прям в туалет. А может, кто-то из вас с одной стороны шебутнет выстрелами, а мы с другой... Не-не-не, они поднимут сразу тревогу. Все за оружие схватятся. Может, посмотрим, как их тревога выглядит заодно. Я думаю, не сейчас это нужно делать. Сейчас хорошая возможность этих двоих выследить. Так, давайте думать. Может, нарисуем тогда уже? Потому что они вроде отошли. А когда они пойдут обратно? Не знаю. Так, они куда-то шли? К реке, да? Вот сюда? А там есть где спрятаться, давай посмотрим. Может быть, встретим сейчас их. Вон камень. За камень хочешь спрятаться? Да, да, да. Как они пройдут мимо сразу. Пойдем, ну пойдем. Сейчас давай скажем нашим. Так. Надо за камень. Вон там за камень есть. В той стороне, куда они... Там есть камень. То есть, вот, хорошо. Идут обратно? Сюда идут, сюда идут. Тихо. Не шевелитесь, дед, стой на месте. Дед нас всех в гроб закинет. Ну, может быть, они на одного дедушку сейчас придут. Может, давайте я в них снежок кину отсюда? Тише, тише, тише. Как только сейчас они будут правее нас, идем и обгинаем их со стороны слева, то есть, ну, короче, со спины заходим. Сюда, короче, смотрят. Дальше не пошли. Боятся, наверное, сопляки. Но тревогу не поднимают еще. Мне кажется, никого-то заметили, нет? Знаю, дед на камень похож отсюда. Вон они пошли дальше. Все, бегом, за ними. Так, давай, я за тобой. А мне где? А ну стоять! Стоять, сказал! Руки, руки, чтоб я видел, суки! Каждого перестреляю, руки! Вы, сука, опусти! Не шевелись!
Спокойно, мужики, тише, 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 тише. Оглянись, нас тут больше. Иди к своему другу. Я даже не подумаю оглядываться. Да, даже не думай оглядываться, просто опусти и все. Все, пошел, пошел туда. Я понял вас. Шел, пошел к своему другу. Вперед, вперед, идем, идем подальше отсюда. Давай, давай, вперед, шагай вперед. Сними, сними с него оружие. Скинь его в этот, в землю, в, блядь, в снег. Парни, свои, свои. Вы чё? Так, всё. Всё, поднимайся. Вставай, блядь. То куда? Налево, там, налево, так. Туда. Налево, налево. К мосту, к мосту. Так, кровь у тебя? У меня. Вот тут рисуй. Вот тут. Спираль из центра по широкую, понятно? Нет, стой, пока не надо. Пока не надо, стой, 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 пошли. Неважно. Стой. Далеко. Вон туда пошли, вон, вон, за этот, за угол. Туда идем, идем. Туда дальше, иди, 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 иди. Куда ты пошел? Вернись отсюда. Ну, блять, ну за какой угол? Ну ёб вашу вот, мать. Вот туда, вот, 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 скала. Ты, сука, вопросы будешь задавать, без мозгов останешься, ты понял меня, блядь? Да мне холодно, блядь. Спичка ёбаная. Всем холодно? Ну, у вас хотя бы стены есть. Ковбой, блядь. Стоять. Рассказывайте, кто такие? Зачем прибыли? У тебя оружие осталось? Брось. Я... Питер Грин. Что? Вот, меня попросили охранять каких-то немцев. Меня зовут Остин Рид. Меня тоже попросили охранять немца. Я служил. Сколько вас человек? Сколько наш... Человек 20. 20 человек, и все военные? Или все кто? С оружием? У нас, ну, много кто с оружием, но не все. Я еще раз говорю, кто из вас солдаты? Сколько солдат среди вас? Так много, там почти все служили. Да, точно. Кто умеет обращаться с оружием из вас? Да не особо. Ну, мы вот умеем. Эй, ты! Да, что? Стивен, но... тебе нужен новый бушлат, теплый. Было бы неплохо, кстати. Да, о, винтовка, сэр, не снималась. Мы вам помогали. Вы меня выгнали. Я вам помогал, я не знаю, кто вас выгнал. Так. Все меня выгнали. Я бы вас никогда не выгнал. Вы меня выгнали. Я все понимаю, господа, но на этом холоде... Так, дай-ка сюда, дай сюда этот. Кровь дай. Стивен, ты можешь с ним дважды поменяться. Да, блядь. Так. Да ладно, я не хочу убивать их. Смотри, в этом ведерке кровь. Поменяйся. Ну-ка сейчас, окуни куда туда свою ладошки и вымажи свое лицо быстро. Да. Ты хвалком осыма. Быстрее. Давай пока не запачкаем, я ему дам свою куртку, а он мне свою. Ну давай быстрее, что ты думаешь, там телишься? Давай, все, давай, все. Быстрее. Снимай свою куртку, я тебе свою. Шляпу, шляпу забирай. Так, теперь ты тоже, давай. Что вы задумали, в лагере войти в этом виде? О, держи, быстрее. Да нет, человек. Руки свои, окуни в кровь и измажь свое лицо. Давайте их в воду и пусть этот идут мерзнут. Нет. Да вы чё, парни, за что? Я сейчас замерзну здесь. Быстрее, бушлат! Вы вообще кто? Вам деньги нужны, у меня есть. Так черту деньги, бушлат! Просто дай мне куртку и шляпу. Ты что, глухой? Все, даю, даю. Как долго вы здесь хотите быть? Зачем вы сюда прибыли? Я точно не знаю. Доктор сказал, что, ну, наверное, до тех пор, пока не найдем его хамалос. Что, блядь? Хамалося. Он сказал, что мы участники какой-то антропологии. Вам нужно отсюда сваливать, экспедиции. Иначе вы все подохнете здесь. Передайте я так понимаю. Своему доктору. Давайте я просто позову сюда доктора. Нет. Вы там долго будете примиряться?
мужики, да, ну, хотя бы... Что? Давай быстрее! Хотя бы оставьте винтовки. Как мы без оружия-то будем? Ваше оружие? У вас в лагере много таких, вы сказали, 20 человек. Все, да, но они-то без оружия. А, они без оружия? Именно вас увидим еще раз. Нет, стой, стой, пошли, пошли, вперед, пошли. Вперед, идите. Куда? Куда, откуда пришли, да. Скажем, где остановиться. Ну, вы же не будете делать глупостей, правда? Да, только мозги ваши сейчас выбьем, и все. Да за что? А мозгов мало, раз сюда приехали. Да. Налево, да налево, налево, я сказал. Ну, поможем, если надо. За деньгами, конечно. Да не будем мы за них драться. Пришли дом наш отнять, уроды. Вы вчера по нам стреляли. Вы сказали, что будут переговоры. А потом, мы когда ехали к вам, на нас открыли огонь. Мы наказали уже тех, кто стрелял. Паскудники вы. Конфедерат, он за дом погиб. Тише. Вы не понимаете, не мы стреляли, капитан стрелял. Направо, направо, я сказал. Вот, идите к сосенкам. Сосенкам иди. Прямо, 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 прямо. Вот сюда, вот сюда. Вот встаньте, встали вот сюда. Ложитесь. Мужики, ну, винтовку-то хоть оставьте, она моя личная. Я ее на последнее купил. Ну, тебе же там платят. Вот ты и купишь. Так мне только в конце экспедиции заплатят. Ты еще раз рот откроешь, я тебе его порву, ты меня услышал. Кивни, если услышал. Так, ну-ка, вот так вот сверху вас сейчас. Можно я порисую? Я так хотела. Да, дай маленький порисовать. На, заканчивай. Давай. Вот, держи. Побольше, побольше, чтобы было красиво. И на них, Брызни, на них. Тема закончилась. А какая штучка еще должна быть? Да, уже не важно. Хватит. О, держите ведро. Сколько у вас лошадей? Где они у вас? Ну, со вчерашнего дня осталось, я думаю... Блять, да я не считал, я охранник, просто мало осталось. Вот и пристрелили вчера какую-то лошадь. Понятно. Я могу тебе сказать, сколько... Ну, сколько оленей мы сегодня убили. Это неинтересно. Ладно. Здоровяк мой. Спокойной ночи. Нет, 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 стой, прошу, стой, да, не нужно, да, стой. Я винтовку взял. Нет, ты можешь оставить. А ну, у них, блядь, денег много им еще дадут, я уверен. Ты их вырубил? Ну, дал по башке. Они нас не слышат? Слушай, пошли, отойдем, может слышать, не знаю. Слушай. Пойдем. Оставить им винтовку. Да они нет, же... у них еще будет, не переживай. Они же должны знать, что их, ну, как бы, потусторонние силы вырубили, как будто бы. Ты думаешь, да они... Они разболтают. Конечно. Ай. Ну вот, а я хотела, чтобы... Ну ладно. Винтовку я выкинул одного из них. Да, одна у меня. Вон на плече висит. Ну что? Вы мужиков вырубили, что ли? Ну, не совсем. Они за ночь-то не окочурятся. Я же сказал, не совсем. Ладно. Да окочурятся бог с ними. Я могу понаблюдать. Мы можем сделать вот как. Слушайте, шевелятся они. Вон, шевелятся. Или это мерещится мне? Вот. Я могу поставить здесь ночлежку. Они пойдут по нашим следам, их нужно запутать. Сейчас. Давайте в рассыпную. Путаем. Сейчас снегопад. Да такой очень, какой-то он редкий. Снегом заметет, да, поэтому лучше запутать, а то если они сейчас сполошатся, то найдут нас. Пора возвращаться хотя бы уже. А то и правда холодно. Дабы гос... Мне кажется, наш план пошел по одному месту, очевидно. Почему? Ну, мне кажется, они нас запомнили и рассказывают, что это были мы, а не духи или еще кто-то. Ну, тогда их нужно было вырубать, и они не бы померли на морозе.
наверное. Придумаем что-то еще. По крайней мере, они будут знать, что они уже не в безопасности. Так, ну вроде все на месте. Чего? Это там не волки. Силуэты вижу, собачьи. Да, волки. Волки справа. А, койоты, кажется. А может, волки испугались. Может быть. Мне сейчас показалось, или что-то где-то упало? Я не слышал. Только. Я тоже не слышал. Вот снова вы это слышали? Нет. Или как будто упало. Что у меня снова ухо стреляет, я не знаю. Надо быстрее в тепло. Так, а где? Снова, вот там. Нет. Вы опять не слышали? Нет. Вообще у меня слух тонкий, пойдем проверим. Да сейчас ничего не увидишь здесь. Да, очень много, вроде ничего. Марис Финн, но не познакомился с тупиным Беном. Но он мог быть с ним знаком, кстати, да. Но я это не прописывал. Так, а как? В какую сторону идти-то? Вот туда куда-то. Да. Стрелять его. Да. Меткий выстрел. Да, очень молодец. Сказал. Да, это я. И быть. Ух. Мне что-то слишком много кажется, надо промыть ухо. Ты смотри. Может, это снова-то старая травма от взрыва? Ну, может быть, может быть. Ой, а что? Дед где там? Дед сзади остался. Следить за ними, что ли? Не знаю, наверное. О. А дровишек подкинуть? Я занимаюсь. А. Да, не зря украл этот бушлат. В нем намного проще пережидать эту бурю. Хотя бы не так сильно мерзну. Жалко, выпивки у нас нет. Это верно. Сейчас бы не... Хорошо было бы. Бурбона-то выпить. Надо было... Забыли набрать воду? Будто бы слышал это слово из своих уст миллионы раз, Мэри. Да. Кто не любит бурбон в наше время? Все любят бурбон. Как вы думаете, на нас объявят охоту они или нет? Наверняка. Я вот тоже так думаю. Поэтому, возможно, придется двигаться намного аккуратнее, чем раньше. У нас вот история была в Луизиане. У нас был, я помню, дом. Старый стоял. Изба, считай. Опа. О, господи, вы тоже это слышали? Да. Ты тоже это слышал обойти? Мы это слышали. Видно, что-то в щели. Это, кровать, пододвиньте к двери. Давайте подопрем ее. Давай. Она тут вбиты эти. Вот тебе. Я же говорю, мне не кажется. Я же говорил. Странно, я не... Видно слышу. Что-нибудь? Я вижу только коня, кажется. Коня не трогает. Сытый, звучит как медведь. Да, или кабан. Ну, кабаны здесь вряд ли будут. Ветки вроде не двигаются, значит, не на крыше. Да, я выйду, осмотрюсь. Уж не надо? Я бы не советовал тебе. У меня есть...
Так, закройте, закройтесь. Если коня не тронул, значит и нас не тронет. Тем более у нас есть из чего поприветствовать. Я боюсь, он мог на тушку прийти вот на эту. На тушку? Да, надо что-то с тушкой делать. Надо отнести. Давай я тебя подстрахую. Давай. На озеро можешь ее кинуть куда-нибудь. Там и видимость получше будет. Да. Может, разделать или у нас хватит мяса еще? Давай разделаем прям там. Главное, чтобы видимость была хорошая. И все, и на боковую. Хотя дед еще не пришел. Да и чё. Бери винтовку. Шкура нам не помешает, еще одна пойдем. Да. Ее можно будет из нее крышу закрыть или окна. Конечно. Вы нашли что-то? Ничего не увидели. Но будь осторожнее. Конь беспокойный, чует что-то неладное. Там вдалеке свет, смотри. Вон там. Думаешь, это старик? Если да, то пусть приходит к нам. Может, лучше не надо идти, а то что-то напугало лошадь. Но это очень странно. Если это костер, значит, это сделал человек. Чего бояться людей? Это ты? Это я, это кто? Это Мэри. Ты что тут делаешь? Увидел костер, подумал, кто это. Оказывается, ты. Тихо, 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 тихо. Не шумите. Не шумите. Я только уснул. Мне кажется, я только что видел Йетти. Какого Йетти? Так, тебе пора спать, пошли. Ой. Все, ешьте. Ешь, да, это дед был. Ешьте на боковую. Дед? Ты слышал? Ты слышал этого? Опять твои шутки. Иди спать, Стив. Ты добился своего, я обосрался. Я не шучу, я видел Йетти. Мне кажется, эти ученые приехали сюда именно за ним, они не врали. Иди спать, Стив. Все. Я тоже слышал. Давайте быстрее спать. Это кабан или медведь? Точно. Все, кто не поел, ешьте и ложитесь. Так, а где консервы у нас, дочка я? В пригоде. Мне кажется, я и вправду ее увидел в темноте. Мне не померещило же. Вы же тоже это слышали? Что вы слышали? Это был медведь, Стив. Медведя. Что, если это не медведь? Да. Медведи не ходят на двух ногах. Ходят, когда пытаются... Как это на двух ногах? Чего ты взял? Ну, в смысле, не ходят, они встают на две лапы задние. Конечно, конечно. Они чешутся, как когда обычно об деревья тоже на две лапы стоят. Но они не ходят, как мы. Давай уйти уже спать. Все, спать. Я видел, как он пробежал, как человек. Но это был не человек. Это был я. Да тебе померещилось. Все, мы напугали Стива. Маленький Стив испугался. Я не испугался. Вы еще сами это увидите. Ладно, все, спать. Доброй ночи. А осла кто-нибудь видел? И козла? Ну ладно.